Всем привет, с вами Зарпоинт, мы продолжаем проходить Far Cry 3, чё ты не ходишь-то? Опять у нас вылезла эта фигня, что нельзя сохранить игру, потому что я нажимаю на F9, потому что мне надо записи начинать на F9, логично, вот, и почему-то, вот я не понимаю, до сих пор не могу понять, почему именно на F9 сделали сохранение, и почему никогда нельзя сохраняться, вот ещё мне интересно чё. Короче, у нас по заданию надо найти пещеру, зайти в пещеру, найти грибы, взять грибы, принести их сюда. Вот. И доктор там что-то какую-то фигню сделает из них. Вот. Ну давайте сходим в пещеру, чё. А, это я тут врезался, да. А пещера где вообще? Далеко? На самом деле на машине доехал. Если туда вообще можно на машине доехать. Нормально, доедем. Доедем, нормально. Это не западный утёс. Где? Он не сказал, что пещера попадут. Нормально. Вылазь. А чё на карте вот эта херня? Это чё такое? Так, куда? Да ебать ты чё, сука? Куда идти-то? Серьёзно, сверху было? Да, блядь, ты можешь залезть-то. Что? Где? Прям снизу где-то, а где? Да блядь, да ты... Ты прикалываешься или чё? А куды? Блядь, как в пещеру попасть? Как в пещеру попасть, сука? Так, сейчас надобье сделаем. Так. Все. А, я больше хранить не могу, понял. Так а как в пещеру попасть? Я вижу, здесь что-то есть, но туда нельзя пролезть. Вот тут вот прям. Подо мной, блядь. А куда, нырять, что ли? А, нихера себе. Мне интересно, долго он под водой может находиться-то вообще? Ебать пещер. А чё музыка такая? Здесь чё, я стрелять буду, что ли? Ух, ебать. Чё, прям прыгать, что ли? А если я не хочу? Мне кажется, надо разогнаться и до этой хуйни допрыгнуть. Хотя нахуя? Если можно просто прыгнуть, но я... Я, знаешь, я не рискую, блядь. Понял. Как бы об воду можно убиться. Я не такой уж тупой. Ты всплываешь, нет? Да всплыви! Я не такой тупой человек, я знаю, что об воду можно разбиться. И как бы я понимаю, что лучше туда, может, не прыгать. Давай! О! Пещерные, блядь, грибы, вот они. Что? Что такое? Они такие вонючие. Ого! Что за черт? Надо же! Ладно. Грибочки с фокусами такими вонючими. Мне лично нравятся красные. А чё ты так разговариваешь-то?
что, блядь? Впрочем, не полностью. What the fuck? Джунгли говорят через воина. Путь ведет в сердце джунглей. Что? Мне дали рой. Что, блядь? А что с остатком отпуска? Я что за наркомания? Грибочки, вы что творите? Мы в Бангкоке вместе, это изумительно красиво. О, нихуя себе фиолетовое. Это так же в фотошопе, когда, блядь, это цвета меняю. Вот примерно так же все и выглядит, когда я там Ctrl-U нажал и этот ползунок двигаю туда-сюда. И что, типа я в теплицу зайду сейчас? В докторскую эту. Серьезно, блядь? И окажусь у него дома, да? Это ж невозможно. Что? Куда съебался-то, бля? Вернись нахуй. Ах ты сука, блядь. Вернись, блядь. Ну ты мразь, а. Привет. Чего ты боишься? Ты же отлично стреляешь. И чё? А, ну ладно, пошли дальше. О, здравствуйте. Вот они. Здравствуйте, здравствуйте. Откуда ты знаешь, что именно эти грибы? Чё, пацаны, Майнкрафт? Чё они такие квадратные? Один грибочек ты взял? Блять, ну ты ебанутый, конечно. Ты один гриб взял. Ты серьезно сейчас? Один гриб. Один. Даже не полтора. Один. Ого. И долго там был? Хер его знает, сколько ты там был. Ну, по-моему, ты дурак и взял один гриб. Никакой нормальный человек не возьмет один гриб. Хер с тобой, ты напихал бы их в карманы, у тебя еще карманов нету, в трусы в крайнем случае напихал бы грибов этих. Взял какую-то, блядь, эту баночку для анализов, для каких-то взял тут. Ой, короче, иди нахуй. Что это сейчас? Так, еще травушка. Травушка, иди сюда, травушка. А сколько травы я могу с собой носить, интересно? Вот, я думал, в этой теплице сразу окажусь. В смысле? А-а-а. Опа. Здравствуй, я принес тебе один гриб. Какой приятный сюрприз. А я тут уже кое-что приготовил, пока тебя не было. И девочка, кстати, проснулась. Только ее жутко лихорадит. Да где же они? А, да. Я же их съел. Нихуя ты разговариваешь. Гриб, а не грибы. Давай их сюда. Их? Мне нужно его, правильно сказать. Лекарство. Последи пока за ней. Все колеса свои пожрал, блядь. Смотри, сколько... А, нет, смотри, колесики лежат еще. А чё ж ты сожрал тогда? Свои, блядь, запасы нахер? Травки? И сейчас тут вас сидит. А, нет. Ну ладно. Джейсон. Ну как ты? О, рада, что ты цел, вот как. Это доктор Торчок. А он... Он не опасен. Даже милый в чем-то.
Он принес меня сюда. Я убежала от конвоя, а потом вырубилась. Доктор спас меня. Ты молодец. Да. Это было сложно. Джейсон, что такое? Да нихуя страшного. Всего-то там пираты нас окружили. Стой. Дейзи. Нет. Мне очень жаль. Что? А, его ж убили, этого. Значит, все? Одного же из нас-то все. Что это? Татау. Ты справишься? Мне надо спросить доктора про остальных. Да. Точно? Иди. Джейсон. Тот, кто это сделал. Тот, кто убил Гранта, не должен жить. О, ну это ты сказал. Поговорим? Конечно же. Спасибо, что спасли ее. Браво не стоит. Я ищу своих друзей и младшего брата. Когда найду, они поживут тут? Ни в коем случае. Я не буду держать здесь пленников Васа. Его люди постоянно покупают мой товар. О, нихера, так он этот бизнес-партнер у него, ух ты, ебать. Они не станут тут искать. Пожалуйста, доктор, дайте ему привести их. Иначе они умрут. Агнеса, как я могу тебе отказать? Конечно, пусть ведет. Там у него на столе лежит что-то. О, теперь мне нужна двойная доза. Успокоить нервы. О. Я в порядке. Поживи тут. Я поищу остальных. Не уходи только. Ну куда ты пошел? Ну там на столе лежало что-то, ну... Открывай, блядь! Да, она в порядке, спасибо, Дэнни. Это все благодаря тебе, не мне. Твоя победа. А где другие? Где... Так, очки навыков. Это что? Изготовленные снадобья будут действовать на 25% дольше, я не знаю, что это. А вы будете точнее стрелять навскидку из пистолета в пулю? Ну, давай вот это вот, почему бы и нет. Какие-нибудь зацепки? Знаешь, Джейсон, пираты держат связь с Медузой через спутниковую тарелку. Зайди в радиорубку и прослушай передачу. Какой Медузой? Корабль, что сел на мель неподалеку. С пиратами в команде. Будь воина, Джейсон. Упражняй тело. О. А ум догонит. Это что? Татау привезет тебя туда. Ну что это, ну? Чего не успеть еще можно? Да, прыгай ты уже! У доктора тут нехеровая такая. Граната! Ебать, доктор опасный! Он гранату себе в ящиках хранит. Так, значит, нам куда надо? Что, блядь? А, сюда. Давай тогда сюда переместимся, аванпост Аманаки, Макаки. О. Текс, на самом деле потрошки нужны мне. Потрошки, боеприпасы. 200, ёпта. Хорошо. Еще надо будет это, этих, живность всякую поистреблять, потому что она нужна здесь будет. Вот. Так, что это? Откройте флагпор, выполни миссию, открою. Ага, ладно. Так. Mm-hmm.
Хорошо. Здорово. Так, что у нас тут вообще есть поблизости? Мне интересно. Нихуя у нас поблизости нету. Я бы, конечно, мог открыть вот эту фигню, да? Но, по сути, зачем? Блин, мне же в комментариях пи... Что это такое? Мартышкин труд, блядь. Пропавшая экспедиция. Мне в комментариях что-то писали. Вот вышки я понимаю, открыть оружие там всякую и карту открыть. А вот это вот для чего? Для... Только для быстрого перемещения и все? Или оно еще что-то открывает? Если просто для быстрого перемещения, то я могу просто на машине доехать. Так что, в принципе, оно мне нахер не надо. Если так посудить. Нихера там листов желтых, конечно. Вот тут вот. Ой-ой. Блин, если мне нужны будут листы зеленые, то я точно сюда поеду. Посмотри просто, сколько листов здесь на карте. Я даже один, пожалуй, заберу. Почему бы и нет? А где сам этот ВААСТ, который ВАЗ, который ВАВАЗ, ВАВАН, блядь? Ух, ебать! Я чуть не упал туда. Так, чё с этот... Стрельнуть отсюда можно? Все, полетели нахуй. Я бы на самом деле не рискнул на этой херне лететь. Что, во-первых, я не знаю, блядь, как она работает. Здесь наверняка полно пиратов, стоит оглядеться. Ну, конечно, оглядеться-то стоит, но... Скрывайтесь, тихо убивайте радиопатрули, чтобы добыть их данные. Да ёбаный же. Куда оно будет провалено-то? Не пизди мне тут. А лучше нельзя было приземлиться? Или это просто... Помягче просто, посадочку нельзя было организовать? Если бы на машине отсюда спрыгнул, это хуёво было бы. Так, зеленые листы нужны. Хотя похуй, никто мне не нужен. Так. У меня есть две гранаты, два коктейля Молотова. То есть я могу... Ага. Так, Джейсон, разберись с пиратами. А где они? Ага, понял. А если я просто в наглую нахуй гранату кину ему? Вот эта вот херня взрывается, кстати. Да сука! Понятно. Понятно все. Все очень понятно. Перезаряди эту хуйню. Что, блядь? Нельзя? Ой, а чё ж не срать, блядь? Чё, блядь, издеваешься? Чё, блядь, прикалываешься нахуй или чё, блядь? Хорошо, блядь. Полетели нахуй. Полетели. Вот хуйню пролечу, блядь. В очко дьявола нахуй. Ох ты, блядь. Нет. Никого мне не видели. Не, никто мне не видел, я сказал. Джейсон, разберись с пиратами. В смысле, блядь?
Он чё, охуел, что ли, блядь? Да ёбаные пираты, а. А как я на этой хуйне приземлюсь-то бесшумно? Это вообще возможно? Ну то повернись ты, блядь! Наверняка полно пиратов, стоит оглядеться. Я понимаю, что полно пиратов, блядь. Как спрыгивать-то на этой херне? Блядь. А, у! Ты куда спрыгнул-то, дебил? Что? Я думал, я падаю. Не надо мне проваливать нахуй миссию мою. Так, мне надо всего лишь наверх. Ты что ты делаешь, а? А прикол-то в чем, что миссия-то проваливается? То, что я если далеко уйду, что они отсюда утащат корабль отсюда там, пока я не вижу, или что? Я понял, пираты мне нахер не нужны, я не буду их ломать. Мясо для собак, заебись. Вот это лут, блять. Лестница-то где здесь, наверх-то? Вот она. А зачем бочки-то ставить? В смысле, вот зачем вы мне это соблазняете этими бочками? Вот зачем это делать-то? Ну, не по-пацански так вообще. Бочки ставить, но при этом нельзя пользоваться этими бочками. Куда идти-то, блядь? Что, блядь, в другой корабль? В смысле? Куда идти-то, блядь? Здесь? Блять, да почему нельзя? Да приблизь, блять, прибавь ты. Ты ебанутый. Это максимум, серьезно, блядь. Где данные-то мне взять? Я сюда поднялся-то, ёбаный в рот. Блять, так сложно на мини-карте обозначить метку, да? А, понял. А здесь-то есть кто-нибудь? Он сейчас спрыгнет отсюда. Как же поступить-то, ёбаный? Чёртов! Что это? Что такое? Ну, блять, где я не понимаю, нахуй? Ну, в каком корабле? В этом, в большом или возле него стоит? Походу, в этом контейнере, блять. На контейнеры смотрю? Да, в контейнере, все, понял. Блять, какой же пиздец, а все-таки. Это я? Или кто-то еще? Да куда ты, блять? Блять, ебаный в рот, нахуй! Суки ебаные, блять! Ну потому что я не понимаю, куда мне идти надо. Блять. Куда здесь идти надо было, блять? Почему на мини-карте нельзя было отметить точку, блять? Точку отметить на мини-карте, блять.
а не на большой ебаной карте, блядь, где нихуя не видно. Почему сейчас на миникарте есть точка, а как я туда приближаюсь, ее, она пропадает, блядь. Вот где она? Хули она пропала-то, блядь? Где она, нахуй? Спрыгивай с этого хуйни, блядь, да. Лечи, блядь, свою руку ебаную. Пиздец ебаный, блядь. Король. Сам ты король, блядь. Так, Джейсон, разберись, ты раз. Вот где? Вот где? Вот была метка, она появилась на 2 секунды. Типа я за 2 секунды должен был увидеть ее. Это такой квест тебе, нахуй. Увидеть за 2 секунды метку. Где-то здесь она была, чё? Вот тут, блядь, где-то. Где? Еще раз смотрим. Открывай карту, блядь. Хули она не загружается. Вот этот ящик, что ли, ебаный? Бери ящик и пошли отсюда. Что, блядь? Скрывайте, тихо убивайте. Чего? Типа мне этих уродов убивать надо? Может, я не хочу их убивать, блядь? Может, я не умею? Блять, ну... Ну ты как я буду их убивать, блять? Ну что за пиздец-то? Почему? Я ненавижу Мисти по стелсу. Я ненавижу стелс в играх, блять. Нахуя он нужен вообще? Что ты делаешь, блять? Какой фотоаппарат, нахуй? Ты кого фотографировать собрался? Встань! Блять, ты не можешь встать. Сука, как всегда он пошел, блять, когда не надо. И куда он пойдет? Иди сюда, допустим. Звук оттуда шел. Бля! Да блять, какое, Ев? Все. Ну блять, меня спалили, охуенно. Да ёбаный в рот, блядь. Да какой же это пиздец всё-таки, а? Блядь, как я... Да я не умею по стелсу проходить. Я и чё я могу сделать-то, если я не умею проходить по стелсу, блядь? Ну не умею я по стелсу проходить. Ну ни в одной игре, блядь, у меня стелс не получается, блядь. Что в метро, блядь, что в этой Far Cry ебучем. У меня не бывает стелса вообще, блядь. Я не люблю стелсы, блядь. Не люблю, и все. Так как человек дрифт в, блядь, играх про гонки, блядь. Я не умею, сука. Давайте в следующей серии я это сделаю, блядь. Потому что сейчас мне некогда уже все этой хуйней страдать. Все, всем спасибо, всем пока.